Константин Гицати уже отправился в Марокко, где ему предстоит сделать сложный выбор. Перед ним предстанут 16 красавиц, и среди них есть экс-солистка группы «Виагра» Ольга Миганская. Она, как и другие девушки, прошла кастинг и стала одной из 26 претенденток на сердце Константина Гицати. Между знаменитостями уже состоялось небольшое общение, в ходе которого аланскому провидцу стало понятно – певица реально хочет найти свою любовь. Но у Миганской есть множество конкуренток, которые тоже пытаются устроить свою судьбу. Как будут складываться отношения двух знаменитостей, можно будет узнать с 23 марта на канале ТНТ. Ольга Миганская стала солисткой «Виагры», когда группу покинула певица Миша Романова. Ольге тоже пришлось пройти многоступенчатый кастинг в социальных сетях, а затем ее выступление приглянулось Вере Брежневой. После этого Миганская стала полноправной участницей коллектива, с которым гастролировала 3 года, а затем она ушла из группы и начала заниматься сольным творчеством. Ольга уже пошутила, что опыт работы в женском коллективе должен помочь ей адаптироваться среди других конкуренток. Судя по социальным сетям, Ольга не только активно занята карьерой, но и уделяет много времени путешествиям. Она регулярно публикует кадры из Парижа, а также показывает отдых на различных дорогостоящих курортах. А вот какие-либо намеки на отношения в ее соцсетях найти не удалось. Не забывает артистка посещать и родной Ярославль, где начала свой творческий путь, с отличием окончила музыкальную школу. После получения диплома о среднем образовании Ольга пошла учиться в педагогический вуз, получила диплом преподавателя, но в итоге решила не отказываться от мечты о сцене и приехала в Петербург, где поступила в колледж культуры и искусства.